Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте все! Я всех приветствую на канале Mobile Gameplay. В комментариях меня очень часто просят записывать ролики тогда, когда я узнаю о том, что вышел новый топ на арене. И вот наступил тот день, когда я до конца удостоверился в том, что новый топ действительно появился. Вот здесь где-то, да, на экране появится скриншот подтверждения, который сделан одним из участников моей лиги. В общем, арена на 100% новая появилась, поэтому кто хотел сделать новый аккаунт, настало именно то самое время для создания нового аккаунта. Дерзайте. Ну а также, пользуясь случаем, и чтобы увеличить немного продолжительность ролика, я хочу вас пригласить завтра ко мне на стрим в 23:00 по МСК. Завтра это в пятницу, 5 октября. Состоится стрим от разработчиков. Будут нам показывать Черного Адама. И я думаю, что что-нибудь интересное еще будет, потому что, ну, из-за одного Черного Адама, мне кажется, разработчики не стали бы выходить на стрим. А так, мы этот стрим давно ждали, будем завтра смотреть, что же будет, интересно очень. В принципе, на этом новостная страничка моего канала закрыта, всех жду завтра на стриме от разработчиков, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять стрим, для пущей уверенности нажмите на колокольчик, который завтра в 23:00 позвенит вам и напомнит о том, что стрим от разработчиков в трансляции на моем канале уже начался, уже стартовал. И не забудьте, кто хотел воспользоваться прекрасным шансом, чтобы создать новый аккаунт, потому что новый топ открыт. Пока-пока, друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Удачи вам.